В окрестностях Брянска состоялись межобластные соревнования по мотоциклетному спорту. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов. Готовятся к старту гонщики Брянска, Калуги, Курска, Клинцов. Первыми на мотоциклах КАЗ-125 стартуют женщины, дистанция 30 километров. На машинах того же класса берут старт мужчины. Им предстоит пройти 60 километров. А эти спортсмены ведут гонки на машинах ИЖ-350. Дистанция та же. Гонщики идут по кругу. Им предстоит сделать 12 таких кругов, чтобы прийти к финишу. 12 раз надо преодолеть каждое препятствие. Высокое мастерство, большая выдержка требуется от спортсменов, чтобы пройти эту трудную трассу. В упорной борьбе личное первенство завоевали Дина Бокова, Брянск, Виктор Шушманов, Илья Ближинский, Курск. Спортсмены Курска завоевали и командное первенство.